Упс. Я думаю, ни одного у меня руки растут не из плеч, а из другого интересного места. И я думаю, наверняка каждый из вас хоть раз в жизни что-то доразбивал. Вы 100% видели, как другие блогеры спасают телефоны от падения. И возникает логичный вопрос: а чем этот ролик отличается от других? Да все очень просто, ребят. Уронив телефон с одного метра, в 90% случаев с ним ничего не будет. Если вы, конечно, не неудачник. Но если вы уроните бутылку с одного метра, то в 90% случаев она разобьется. Потому что она... стеклянная. И она под давлением. Всего в нашем эксперименте будет участвовать 8 бутылок. Мне их нужно спасти. Чтобы была хоть какая-то мотивация, если я их спасу, я их выпью. Ну а в качестве спасателя мы будем использовать пластилин, канцелярские резинки, вату, фольгу, пупырку, скотч, некий подозрительный порошок, это желе, если что, и картон. У вас, наверное, возникает вопрос, а где желега? Все правильно, кликбейт. Ладно, шучу. У нас просто очень короткий стол, лего не влезло, но оно есть. Ну а начнем мы, пожалуй, с пластилина. Так, ну что, ребят, первым в бой у нас идет бутылка колы, облепленная пластилином. Здесь, кстати, 1 килограмм пластилина. С одной стороны, это прям так увесисто, крепко, но с другой стороны, есть один минус. Сейчас, как вы видите, очень холодно. Я замерзаю прямо сейчас. Вместе со мной замерзает пластилин. Мне кажется, что он так сильно окаменел, что, скорее всего, два варианта. Либо сейчас все нахрен разлетится, либо весь удар на себя примет пластилин, а бутылка останется целой. Я точно не знаю, но нужно проверить. Раз, два, три. Я думаю, тут даже невооруженным взглядом понятно, что Коле пришел капец. Стоит спуститься и посмотреть все это поближе. Так. Это не лужа, это кола. Смотри, как она лопнула. Причем вот так вот прям ровно так. Удивительно, что он лопнул именно вот так. Но почему так ровно? Вопрос. Бутылка не выжила, переходим к следующему. Следующее, чем мы попытаемся спасти, это канцелярские резинки. Здесь порядка 1000 штук, больше я наматывать побоялся. Камон, ребят, у меня на канале есть видеоролик, как мы вот такими резинками, вот такими, согнули настоящий сейф. Кто не видел, посмотрите обязательно. А тут какая-то бутылка, она могла взорваться, я мог пострадать. Как я потом снимал бы ролики? Фух, лучше не думать об этом. Погнали. Раз, два, три. Да уж, ребят, резинкам не удалось спасти нашу бутылку, к сожалению. Давайте посмотрим, что находится внутри, как дела обстоят там. Так. Блин, порезался. Хотел показать, как дела обстоят внутри бутылки, а покажу, как дела обстоят внутри меня. Мой организм на 80% состоит из кнопок подписаться. Могу сказать точно, что если не остановить это подпиской излияния, то все закончится очень плохо. Но на ваше, на мое удивление, это сделать очень просто. Нужно всего лишь спуститься вниз, найти красную кнопочку подписаться и нажать на нее. Так вы поможете не только мне, но и себе. Ведь вы получите офигенный бонус. Вы сможете получать уведомления о новых видеороликах. Вы ничего не пропустите. Это самое главное. Так что подписывайтесь на канал. И коль вы уже подписались, не забудьте поставить лайк. Спасибо. По-моему, там каша какая-то. А где бутылка-то? И бутылка-то где? Мало того, что резинки не спасли колу, так после падения они еще и добили ее. Как только она перестала держать форму, резинки ее просто так... жестоко. Погнали дальше. Следующее, чем мы попытаемся спасти, это конструктор по типу лего. Мы ничего не склеивали, то есть детальки свободно отходят друг от друга. Есть теория в том, что... это может засейвить нашу колу. Как? Мы роняем, детальки разлетаются, энергия улетает вместе с этими детальками, и бутылка остается, ну, не в невесомости, на земле. Ну, короче, она не разбитая. Но это только теория.
Сейчас надо проверить на практике, как это будет. Самое главное – это правильно кинуть. Раз, два, три. Блин, вы вообще видели, что произошло? Она упала, разлетелась лего, она подскочила. Если бы в этот момент ее поймать, все было бы четко и все было бы офигенно. Мы почти спасли Колу. Да ладно! Ребят, просто повредилась... Просто... Я даже слов не могу найти! Просто повредилась пробка! Чё, серьёзно, что ли? Так, иди сюда. Чистейший напиток Кора Ророчки. Чё, я спас? Мне кажется, я заслужил. Это было невероятно. Вы представляете, с какой высоты? Спасли Колу. Лего – это рабочая тема, это реально рабочая. А как она так ударилась только крышкой, я не могу понять. Посмотрев слоумо, мы поняли то, что бутылка упала прямо на крышку. Это реально невероятно. Мне кажется, конструктор может спасти даже человеческую жизнь, если скинуть. Но мы так делать, конечно, не будем. У нас нет запасных людей. Но интересный эксперимент может получиться. У нас идет скотч. Это то, в чем мы на 100% уверены. Он нас ни разу не подводил. Мы заклеивали бассейн скотчем, мы делали мост из скотча, мы заклеивали двери скотчем. Это только на этом канале. А если вспомнить канал It's Mamix, мы делали паутину из скотча. Короче, столько всего реально. И он нас ни разу не подводил. Я думаю, что он не подведет нас и в этот раз. Три. Звук такой глухой был, капец. Ей пофиг вообще. Я надеюсь, что ей пофигу. Так, давай посмотрим. Если мы сейчас спасли скотчем, это просто. Скотч – это бог. Я буду ему поклоняться до конца своих дней. Погнали. Оу, щит. Ребят, бутылка очень сильно ударилась корпусом. Я думаю, вам видны вон те вон трещины внутри. Плюс ко всему, я думаю, вам 100% видно, как пропитался скотч этой колой. Короче... Выжить она не смогла. Ну что, пришло время нашего любимого картона. Я думаю, у многих возникает вопрос, а почему картона столько, а скотча столько? Почему резинок столько, а лего столько? Короче, было очень тяжело как-то сопоставить их по объему одинаково, по размерам одинаково. Поэтому мы взяли вес и объем и сделали все примерно одинаково. Не совсем объективно, но мы ж не наука. Раз, два, три. Нет! Нет! Тут максимально без вариантов. Я думаю, даже нет смысла спускаться и смотреть ее. Давайте перейдем дальше. Короче, картон это было прям... тупо. Фольга это... Знаете, я каждый раз пытаюсь найти какое-то оправдание тому, что я кидаю. Фольга это что? Это металл. Фольга это надежность, красота, ловкость, обтекаемость. Ладно, кидаем. Раз, два, три. Звук был такой же глухой, как при скотче. Я очень надеюсь, что наша бутылка спаслась. Я верю в фольгу. Не так, конечно, как верил в скотч, но все же. А, это ж металл. Разрешите представить абсолютно целая бутылочка Кока-Колы. И все это благодаря фольге. Между фольгой был какой-то воздух, и все-таки это все сработало как какая-то подушка, что ли. Я верил больше в скотч, чем в фольгу. А фольга оказалась намного лучше. Круто. Попью. Ну что ж, ребят, вата. Это самое спорное, что у нас есть, потому что с ватой были прям такие большие проблемы. Она очень объемная, она ни хрена не весит. И мы не знали, сколько точно нужно наматывать. Раз, два, три. Я отсюда не вижу, что там что-то течет, но это было очень громко. По-моему, это самый громкий звук был за сегодня. Так. Вот чисто внешне это напоминает какой-то... Не умею. Какой-то мячик.
Анбоксинг. Так, ну что, ребят, наша бутылка абсолютно целая. Это уже третья бутылка из семи, что мы сбросили с высоты. Вата показалась себя максимально охрененно. Она смягчила падение, взяла весь удар на себя. И можно сказать, что это просто плюсик. Молодец, Вата. Пау. Пупырка, а точнее воздушная пузырчатая пленка. Ставь лайк, если обожаешь ее вот так вот щелкать. На самом деле вот именно пупырка предназначена для того, чтобы сберечь хрупкие предметы. Ее используют на почте. А вы все знаете, как у нас работает почта? Полетело. Кидаем. Раз, два, три. Я говорил, что от ваты был самый громкий звук. По-моему, от пупырки был самый громкий звук. Ребят, это уже четвертая бутылка, которую нам удалось спасти из восьми, что мы кидали. Из всего того, что мы уже делали, я вам советую упаковывать вещи именно в пупырку. Потому что она, во-первых, намного дешевле из всего того, что мы сегодня кидали. Во-вторых, ее нужно намного меньше, и она реально спасает предметы. Я думаю, что можно было бы отправить эту бутылку даже по почте России, и с ней все было бы нормально. Хотя... Не, разбили бы. Ну и самое интересное, то, ради чего здесь многие, наверное, собрались, это желе. Оно застыло просто в камень. Ну что, ребят, пишите ваши комментарии, как вы думаете. Мне кажется, будет что-то невероятно удивительное. Раз, два, три. О-о-о! Охренеть, блин! Это такой грохот был мощный. Мне в один момент показалось, что оно так бахнуло, что ж полетело все вверх. Фух. Ребят, это какая-то жесть. Никто не ставил на желе. Никто не был уверен в том, что желе может спасти колу. Но она абсолютно целая. Что по итогу мы получаем? Разбились пластилин, канцелярские резинки, картон и скотч. Не разбилась вата, желе, фольга, пупырка и лего. Но лего это прям под вопросом. Как бы оно, с одной стороны, разбило только крышку и слегка приоткрылось. Но с другой стороны... Пробитие же было? Было. Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если хотите больше разрушений, то обязательно пишите в комментариях. Также скажите: Андрюха, мы хотим больше разрушений. И все будет. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока.